Ну что ж, всем привет, с вами я, Зубай Витер. Мы сейчас играем Last of Us, это дополнение, оставшееся позади, версия 1.0.2.1. Там драйвера вчера обновлял, может получше будет. Вроде смотрел у кого-то тесты, то было получше. Для первого прохождения нужно, первое прохождение рекомендуется. Да нет. Я же уже основную прошел. Так что можно на максимальную. Ты смотри, прям точно хочешь на максимальную? Ну, вы поменять можете, да? Ничего, справимся. Какая разница? Кстати, много фич там подкрывалось. Типа бесконечные патроны. Режим рапида. Это замедление типа в прицеле или просто замедление. Короче, прикольно. Прикольно, можно попробовать. Хотя. Все интересно, какой здесь FPS будет. В DLC. Ну, по-моему, должен быть одинаковый на высоком. На высоких настройках. Ну, как раз и посмотрим. Что? Цикады? Пригнись. А, да, я облик и поменял тоже. Это что за уроды? Назад, говорю! Джоэл! Клади руку на плечо. Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну вставай ты. Джоэл. Ударилась. Ты чего? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьешь, правда? Мы с тобой не виделись уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот. Смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада? Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин.
хоть что-нибудь. Черт! О, сойдет. Так, давай-ка повернись. Господи. Как временное средство сойдет. Я сбегаю, поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его! Я скоро вернусь. Обещаю. Порядок. Так что у нас геймплей начинается? И куда мне теперь? Кстати, это скин со второй части, насколько я понимаю. Да, по-моему, со второй там. Я видел такой. Лады, куда нам идти, что искать? Ресурсов опять мало, как бы, как обычно, на максимальном уровне сложности. Ну ничего. Я думаю, справимся. Так. Походу туда нужно. В эту зону. Кстати, прикольный этот рюкзак. Такой. Котецкер. Блин, щелкуны, что ли? Кстати, это волнение я вообще первый раз прохожу, так что я здесь. Я только третью часть. О, то есть. На третьей Соньке проходил только. Этот. Основную часть. То, что нужно. А вот дополнение ни разу не играл. Ну, будет довольно интересно. Так, что у нас здесь? Аптека, аптека. Что-то должно быть. Как бы и патронов нету, ни хера себе. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Как обычно. Как обычно. Ну-ка. Ну, конечно, все унесли. Так, а где нам найти тогда? Так, вот еще что-то. Что тут? Ну, хоть что-нибудь. Ничего. Вообще ничего. Я так понимаю, сегодня должен патч выйти, если... Ну да, я ролик сегодня выпущу. То есть... пятницу обычно, наверное. Какой-то большой патч выйдет. Интересно будет. Так. Таблетки. Где таблетки? Дайте таблеток. Как жить теперь без таблеток? Так, вот здесь должно, наверное, быть что? Ага, сейчас. Разбежался. Ни хрена. О, какая-то записка. Лиз, прочти меня. Может, у него что найдется? Важно. Фармацепт спятил и напал на меня. Пришлось ему врезать. Он без сознания заперт в магазине «Американская принцесса» по соседству. Помогите ему. Комбинация от замка 35-30-31.
Окей, комбинация замка, а где? Американская принцесса. Окей. Что ж такое? Аптечка. Как мне туда попасть? Тридцать пять вправо, 30 влево, 31 вправо. Сработало. Пошли в магазин. Американские принцессы. Черт, споры. Да, ни хрена не видно здесь. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Да, конец, под тышка нападут, как обычно. Наверное. О, ну что-то есть. Слушай, нам бы аптечечку сделать какую-нибудь. Было бы отлично. Отлично и шикарно, блин. Какие здесь куклы. Оу. Ни хрена, здесь прям... Прям целый улей, блин. Ебануться можно. Прям мерзость. Так, дрянь. Вот этот. Он сейчас стопудово сейчас нападет, да? Эх. Только не оживай, только не оживай. Я тоже об этом думаю. Только где не оживай. О, ключ. Так. Блин! Чтоб тебя, зараза! Таблетосы зато выпали. Так, ключ, аптека. Ё-моё. Погнали. Так, это что написано? Не забывай меня, я буду по тебе скучать. Но не очень, Лора. Но не очень. Еще где-то будут. Здесь прям напряженное место. Не может быть все так. Блять, а я как дурачок побежал еще. Е-мое, дайте камень что-нибудь, дайте я кину, блин. Дайте камень что-нибудь. Здесь нету камня. Бутылка, допустим. Что-то такое есть? Почему здесь нихера нету? Чем ее запустить, блин? Какого хрена здесь бутылок нету? Ох ты ж, нихера себе, она быстрая, слушай. Сука. Так, ключ у нас есть. Ага. Она не остановится, я так понимаю. Ну хорошо, он, слушай, остановилась. Кого ты там зовешь? Так, я иду на контроле. Давай. Давай.
На нахуй. Собака, блин. Так, где там наша аптечка? За ключом. Чем здесь ничего? Ни бутылки, ни камня никакого нет. Бы сейчас бы кинул. По-быстрому. А, вот и камень. Да ладно. Опять не увидел. Ну. Ну, бывает, что сделаешь. Пистолет, кстати, тоже поменял. В обликах там какой-то был. Разный. Разные есть там. Только маленький выбор. Я думал, там побольше будет обликов. Есть. Нет. О, армейский вертолет. В нем должно что-то быть. Держись, Джоэл. Ну, что-то определенно должно быть. Почему там американский вертолет? Так еще и походу этот спасательный. Да дайте что-нибудь. На аптечку хотя бы. Хотя бы аптечку скрафтить. Ну шо вы, блин. Даже не дадите аптечки сделать. Не сюда. Да понятно. Так, а здесь двери открываются, не? Ну, что поделаешь. Какие-то видеокамеры. Там мэл. А это куда? А, здесь просто пробита крыша. Я, блин, там ничего не пропущу, если сюда пойду. Нет. Интересно просто. А вот. А мог бы пропустить. Все равно ничего сделать нельзя. Твою мать. Твою мать. Нету аптечки. Хоть одну, блин. Сделать бы. Так, что еще за записочка? Вот, а много читать. Старший Уоррен, офицер Ларри Колфилд сегодня днем пал смертью храбрых. Мы возвращались из карантинной зоны, когда с пациентом случился припадок. Ну, не повезло так не повезло. Ниток нет. Ну, хоть и это оставили. Доступна аптечка. Нажмите для изготовления. Да, да. Конечно. Как раз. Ладно, не будем ее пока что тратить. Пускай будет на всякий случай. На всякий пожарный случай. Так, здесь ничего нету, да? Окей. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. Ну давай, побежали. Так, как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню.
Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было? Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А. Идем. Как нам вообще реально что-то здесь найти? Типа, или не стоит на это время тратить? Не знаю. Да ни с кем. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Опять эта зернистость. В некоторых местах. Услышала уже голоса? О, уж эти голоса. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одно, я не солдат. Тридцать дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикады меня заставили убить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Ладно. О, здесь прикольный вид такой. Прикольно. На крыше трава растет. Вся херня. Красивенько. Очень даже. Черт, прячься! Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Слушай, даже ВПС не падает там прям сильно. Ну, в некоторых местах до 36 пока что я видел. Помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Ну, это получше, чем до 28 или до 26 подал. У меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверишь, что капрал Мудозвон их тебе отдал. Нет, конечно. Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их... Но тебя сцапали. Но меня сцапали. Как наказал? 2 недели дежурства. По сортирам. О, Элли. Говорю же, забудь про них. Нам их не видать. Я их все равно достану. Слушай, в сериале, по-моему, не так все красочно было. Здесь как-то поприкольнее, покрасивее будто. Что Уинстон умер? Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю.
Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Ты что? Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Да давай, чё? Давай. Ты смотри, это не пиво. Ага. Ни хрена себе. На, вот гадость. То-то. За Уинстона. Гулять так гулять, почему бы и нет. Как дерёт. Давай. Складной нож. Плеер. Записка мамы. Окей. Шутки в сторону. Это что? Это же какой-то... Что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Так, приехали. Элли, помоги поднять. Ну, давай. Давай. Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Ты ж ёпта. Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да. Хорошая мысль. Какой другой? Где здесь еще можем пройти? Вот здесь, да? Окей. Полезли. Эй, Райли. Слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. Потерялась. Ё-моё. Дура, второй раз за сегодня. И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли. Идеальную. Волчара. Ну да. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка. Тупость. Да. Блин, облик. Порычи. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. Хера себе нажимать нужно. Давай глянем, что тут еще есть. Так, нужно будет снять шапку, наверное. И облик Вау, на Джоэла поставить. Всего. Обычный. Чё-то мне не нравится, как он отображается. Порог. Задай ему вопрос, если осмелишься. Ладно? Мы сегодня умрем? Ничего. Ха. Переверни, слышь, балда.
О, похоже, ужасно маловероятно. А, фу, слава богу. Я думал, просто облики, а не там на голове пропадет, типа. Она наденет, нормально будет. А ну как-то... Тройной феникс. Как-то кривовато. Ну как? Миленько. Ну спасибо, добрый голубь. Ну, нормальный голубь. Есть еще какие-то здесь? О, точно. Нормально, вот. Баба-яга, блядь. Это ведьма ебучая. А, ну, ладно. Здесь даже и волосы немножко не... Немножко отображаются. Ха-ха-ха, серебряные башмачки! Что ты с ними сотворила? Ох, Татошка! Что же нам делать? Ржака. Так, а еще что-нибудь есть? Тыква там, допустим, может. Что-то интересненькое. Так, вот что-то. Глаза в банке. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Вау, это было тупо. Ага. Так, а здесь ничего нету больше, да? Мы уже все проверили. Вроде да. Вроде да. Смотри, тут твои друзья. Ага. Это точно. Прям как я. А вот эти маски еще круче. Блин, вот это да. А что? Вампиры это как раз мое. Я граф. Граф. Дракула! Вообще-то, графиня. Я графиня Дракула! Да. Так, ну, вроде все здесь. Осмотрели. Возьмем эту ведьму, да? Поехали. О, у меня мысль. Большое здание, бля. Кайф здесь прям. Видишь машины внизу? Да, красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз алмаз. Супер. Проигравший отвечает на вопрос без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Ладно, поехали. Ну давай. Что, нравится? Ну. Так, давай в заднее. Доступно обучение. Какое? Покиданию этих кирпичей. Яблочко! Блин! Да, давай. Лобовушку. Да. Хорошо. Ха, дрянь. Вот как это делается. Так. Ну, почти. Подожди, а я здесь разбил? Ага. Не разбил. Окей, и одно еще. Последнее. Да! Я чемпионка! У моей стекла были толще. Ну да, можешь не оправдываться.
Теперь вопросик. Уже страшно. О. Так, что там Марлин рассказывала про маму? Да немного. Я так поняла, они дружили еще до эпидемии. О, и она сказала, что твоя мать была медсестрой. Медсестрой? Судя по всему, они часто ссорились, но все равно оставались подругами. Знакомо, да? Хм, ага. Давай, сейчас я тебе покажу. Почти пришли. Так. Сколько там уже? Давайте, пожалуй, на этом закончим. Продолжим уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Запахита. Всем пока-пока.